Давай, россиянин, завоем, давай-ка мы песню споем о том, как мы были на воле, пока не сгорел водоем. Пожалуй, мы лучше не станем, но хуже не станем мы впредь. Давай четвертушку достанем, достанем на лето среди. Вокруг бронзовый звон, значит быть беде. Век за веком дожди пьют мои глаза. Брось в них камень и жди отзвук на слезах. А ты стучишь по дальнюю дверь, а ты знаешь о том, кто я. Моя любовь слишком страшный зверь, чтобы я спустить на тебя. Мои руки как плач по росе травы, а глаза прячь, не прячь, все равно правы. С каждым днем все слышнее древний голос в снах. От врагов до когтей разбилась весна. Гляди во все глаза, верь и верь, гадай, держать тебе или ждать. Моя любовь слишком странный зверь, чтобы ее не разгадать. Хочу сказать, не смотри, не смотри ты в ее глаза. Знаю, она слишком долго была одна. И теперь птица Бога преображена. Возьми на счастье свои мысли,
Спасибо. Позитиву немножко. Цветочки. Лужочки. Стрекозы. У речки пасутся ягнята, барашки, овечки. В экстазе забьются поэтов сердечки. О, Боже! Цветочки, лужочки, овечки! Собачки. Овечек пасут. Очень зорко. Об этом все знают. От тигра до волка. Собачки-кусачки, как правило, сыты. Не то, что все эти лесные бандиты. Охранники вечером кушают мясо. Известно, что мясо готовят из кваса. А чья эта шкура висит на заборе? Висит не твоя. И тебе что за горе? В сарае не рай, и не так поэтично, но сыто, надежно и патриотично. Бывает из хлева, обычно на праздник, кого-то уводит хозяин, проказник. Но каждый баран убежден до предела. За ним не придут. Он плохого не делал. Долой пессимизмы! Есть доводов масса, что мясо готовят из сена и... Об этом бараны расскажут ягнятам. Отцы не солгут, то известно ребятам. Ходи гулять, как стемнеет во дворе. Не ходи гулять, ты по листьям в октябре. Не ходи гулять, спят театры, спит музей. В одиночку. Ходи гулять, не ходи гулять. Прощайся с тем, кто.
Сейчас мы немножко разбавим творчество, и сейчас будет концерт исключительно молодым составом нашей банды, то есть конкретно группой «Контроль». А мы, так сказать, пойдем немножко за кулисы подумать о том, что мы поем дальше. Готовы? Итак, на сцене команда «Контроль».
Сегодня я знаю, должны мы быть вместе. Вместе я и ты, сколько бы раз не пытался уходить. Жизнь растает по местам, и ты все увидишь сам. Ты все увидишь сам. Там, где я и где ты, разбоем мосты снова. Подарил мне крылья. Бегущая по волнам. Бегущая по волнам.
Спасибо. Это наша, так сказать, молодежная часть нашей «Зеленой волны». Мы к вам, друзья, приехали не просто так, а с целым концертом и со спектаклем. Спектакль будет завтра. И называется он как, знаете? Правильно, наш Высоцкий. Ну и немножко мы вам дадим анонса. И сейчас на сцену выйдет один из актеров нашего театра и проявит себя в качестве исполнителя песен своих же. Сергей Климов! Приветствую, приветствую. Завтра он вам покажет драматические вещи. Здравствуйте. Я сейчас пою песню, называется «Жертва телевизора». Если вам эта песня понравится, то можете зайти в YouTube. Буквально недавно вышел клип на эту песню. Посмотрите, вам должно понравиться. Итак, «Жертва телевизора». Все, что мне надо, я теперь вижу. Все, что мне надо, я теперь слышу. Главное, чтоб не поехала крыша. Бог Соловьев мне, конечно, расскажет. Честно, подробно, с юмором даже. Где, почему и зачем депутатам яхты и дачи. И все на зарплату. Путин всех лучше. Путин всем нужен. Слышу на завтра. Слышу на ужин. Знают соседи сверху и снизу то, что на кухне есть телевизор. Есть телевизор, еще один в спальне. В спальне его я повесил специально. Если устал, утомила работа или на кухню идти неохота. В общем, не важно, я просыпаюсь, теле включаю и наслаждаюсь. Это же надо, какая удача на каждом канале. Моя передача. Путин всех лучше, Путин всем нужен, а остальные значительно хуже. Слышат соседи слева и справа, в каждом подъезде. Путину слава! А я в напряжении, жду не дождусь, наконец, воскресенье. Вот оно счастье, вот она радость. Буду смотреть оба телека сразу. Я занимаю козырное место. Прямо по центру поставлено кресло. Разве узнал бы я по интернету правду о том, кто спасает планету. Путин всех лучше, Путин всем нужен. Кто еще круче, внутри и снаружи. Я кричу громко, метро и в трамвае. Пусть люди слышат, пусть люди знают. Путин всех лучше, Путин всем нужен. А остальные что? Значительно хуже. Люди, постойте, люди, поверьте. Я говорю вам от чистого сердца. Добрые лица, теплые руки, каша на завтрак, каша на ужин. Новый угол больше не нужен. Вкус у таблеток даже приятный, все хорошо, лишь одно непонятно. Если свободы час уже близок, что ж не дают мне смотреть телевизор. Ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла. Спасибо большое за внимание.
Спасибо. Смотрите в Ютубе. А еще одну песню я вам спою. Песня называется «Я листаю календарь». Я листаю календарь. Сейчас не так, как было встарь. Раньше мог почти без денег загулять на две недели. Были верные друзья. И на всех по 3 рубля. На такси, цветы, кино, сигареты и вино. Будто только вчера, просыпаясь с утра, мы уже убегали за счастьем. Ты лихая беда, наши души не рвала на части. Лишь от первой любви сердце билось все чаще. И мы жили не будущим, а настоящим. Па-да-ба-да-ба-па-па-па-да-ба-да-па-и-на-на-на. Па-да-ба-да-ба-па-па-да-ба-да-па-и. На-на-на. Что за праздник без спиртного? Водки нет, берем сухого. От бутылки кабердель и шумянец на лице. Надо выпить сразу 3, чтобы жахнуло внутри. И пошла гулять душа, разгоняясь не спеша. Будто только вчера, просыпаясь с утра, мы уже убегали за счастьем. Нелегкая беда наши души не рвала на части. Лишь от первой любви сердце билось все чаще. И мы жили не будущим, а настоящим. Па-да-ба-да-ба-па-па-па-да-ба-да-па-и-на-на-на. Па-да-ба-да-ба-па-па-па-да-ба-да-па-и-на-на-на. Свежий ветер перемен спутал весь порядок цен. И теперь бутылка водки стала стоить, как колготки. Но не бросил пить народ, а совсем наоборот. Потому что без питья не осмыслить бытия. Будто только вчера, просыпаясь с утра, уже убегали за счастьем. И лихая беда наши души не рвала на части. Лишь от первой любви сердце билось все чаще. И мы жили не будущим, а настоящим. Па-да-ба-да-ба-па-па-па-да-ба-да-па-и-на-на-на. Па-да-ба-да-ба-па-па-па-да-ба-да-па-и-на-на-на. Я листаю календарь. Сейчас не так, как было встать. Но не стало больше денег и бежит куда-то время. Где вы, старые друзья? Скинем вся по 3 рубля. Вспомним юные года, как гуляли мы тогда. Будто только вчера, просыпаясь с утра, мы уже убегали за счастьем. Нелегкая беда наши души не рвала на части. Лишь от первой любви сердце билось все чаще. И мы жили не будущим, а настоящим. Па-да-ба-да-ба-па-па-па-да-ба-да-па-и. Спасибо большое за внимание. Мы продолжаем наш концерт. Провожаем, выгоняем со сцены артиста аплодисментами, бурными, голосовациями. В это время наши звукорежиссеры быстро меняют, почти незаметно, меняют штекера, а мы прибываем к экватору нашего концерта. И прям на середине концерта мы споем песню «Любовь на середине жизни». Откройте нам скрипку.
когда звонок сродни святыне, когда запреты аморальны, невероятно и реально. Течет река среди пустыни, любовь на середине жизни. О платье белом Наполеоны пишут мелом на песке. И в такой тоске, в такой неистовой тоске, на полчаса, порой удельной, когда вокруг все гнезда свиты, она придет, починит свитер. Она помирит со вселенной, а любовь на середине жизни, на середине жизни, на середине жизни. И наперед уже известно, что сирень. Одна сирень на балконе бросит тень. Она обидных слов не бросит, она заранее прощает и ничего не обещает. Тихонько в дар себя приносит любовь на середине жизни, на середине жизни, на середине жизни. Заранее прощает и ничего не обещает. Тихонько в дар себя приносит любовь, любовь на середине жизни, на середине. На середине жизни.
города Вафии. Без порталов. Это была песня на середину дней жизни. А сейчас будет самая-самая песня, первая, которую я написал в 17 лет. Белый, белый, снег на земле лежит тихо, тихо, тихо. В воздухе он кружит. И на ресницах целый век тает снег. Посмотри, как снегу налила. Вспомнил о тебе, и мне тепло. Ждать тебя готов был целый век. Смотрю, но вот тебя уже нет, засыпан свет. Посмотри, как снегу налило. Вспомнил о тебе, и мне тепло.
что-то ёкнуло в душе. Ни начало, ни итог. И не холод, холодок. И ничейный рыжий пес. Мне ладони всунул нос. Сам не знаю почему. Но я очень рад ему. Смотри, как снегу налил. Сейчас вас вернем в поля, собственно, где вы находитесь. Песня будет о вас, о нас. Потому что это будет не просто песня, будет анонс завтрашнего спектакля, который называется... Супер! Вот это публика. Тогда и песня, естественно, будет о любви, собственно говоря, баллада. Вы готовы воспринимать? А мы готовы петь для вас. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь к границе берегов, и с пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь. Ты растворилась в воздухе до срока. Срока было 40-40. Чудаки еще такие есть.
полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в так. Такого же неровного дыхания. И много будет странствий и скитаний. Страна любви, великая страна. И с рыцари свои для испытаний все строже будет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний. Лишит покоя, отдыха и сна. Но взгляд безумцев не поворотить. Они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью бы рискнули. Чтобы не дать порвать, чтобы сохранить волшебную невидимость, которую лишь ими протянули. Свежий ветер из родных имен с ног сбивал и звёздами захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведет молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье. От невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах. Их голосам дано сливаться в так. И вечность дышать в одно дыхание. Сам вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках перерастания. Thank you.
значит, я люблю. Я люблю. И значит, я все еще живу. Спасибо вам, спасибо Семёнычу за эту песню. Собственно говоря, завтра целый концерт, целый спектакль песен, миниатюр. Ждем вас на этой же сцене, в этом же зале. Ну, а продолжает программа опять молодежная часть нашей банды «Зеленой волны». Группа какая? Правильно выучили. Контр. Мы вместе давайте выучим. Контр. Ну, мы сейчас еще немножечко пошумим песней «Дождь», который сегодня вот у нас тут чуть-чуть шел. Надеюсь, что завтра его все-таки не будет. Ничего на свете.
Теперь сыграем песню поспокойнее, потише. Ава Мария. Hey!
Ава Мария. Исполняла Яна Мария с командой «Контроль». Мы опять усиливаемся и продолжаем воспевать великих женщин. Это была песня Марии, посвященная. Вы знаете, кто такая Мария. Все знают. Даже те, кто исповедует не христианство, а мусульманство, они знают, что это типа Марьям, мать пророка Исы. Ну, мы вернемся к этой теме, а сейчас споем песню, посвященную каждой настоящей женщине. Но и воплотилась она в таком образе, написал о ней Булгаков. Она появилась у мастера, но мечтала всегда о Воланде. В каждой настоящей женщине должна быть такая маленькая, сморщенная, черная штучка. Что это такое? А? Изюминка, правильно? Так вот, именно песня Воланда «Маргарита». Маргарита заточена ровно под меня. Маргарита, кем только тебя не подменял. Маргарита, столько лет мы были, но поврось. Маргарита! Маргарита! Нужен мастер, так и быть. Маргарита, я его сумею сочинить. Маргарита, хочешь, напишу этот роман, но ты же знаешь. Маргарита!
только я бессмертен на беду. Маргарита, я через года к тебе иду. Маргарита, через век в 12:45. Маргарита! Все нас двое, и все на секунде вечно. Поменяю и не скрою, плюс на минус бесконечность. Эти страны, эти люди промелькнули и забыли. Все, что было, все, что будет, называю. Через песню мы должны бы тебя у нас по программе вызвать и показать публике. То есть, как будто бы тебя никто не знает, но тем не менее. Дима Чернышов! Если мы говорим о волшебнике, о целеустремленном волшебнике, который вот взял вот из обыкновенного хутора, где ходила хромая лошадь и две полудохлых овцы, долгое-долгое время, взял и сотворил вот это чудо и продолжает сотворять. И у нас есть такая возможность выступить вот так вот по-настоящему, с хорошим звуком, вот, увидеть публику и вот так вот за 3-9 земель от города Петербурга получить настоящий звук, настоящий свет, настоящую сцену. Это просто чудо. И вот этот волшебник, вот он перед вами, Дима Чернышов. Аплодируем ему! Это меня пинал долго. Вот. И, конечно же, поаплодируем. Вот там стоит белый Маргарита Ивоная. Только ее зовут, на самом деле, Лида ее зовут. Знаешь, за каждым, как говорил Джон Леннон, да, он поговаривал, что за каждым придурком, который выходит на сцену, чего-то достигает, стоит настоящая женщина. Такая Маргарита. В данном случае это Лида. Ей тоже аплодисменты бурные. Ну, я думаю, что, может быть, есть время, может быть, есть момент представить, раз мы так начали представлять. И нашего все это Елена Пичук, наш директор. Если бы не она, то нас бы тоже бы не было. То есть. И давай по порядку. Только Александр. Порядку я представлю. Александр Стрижнев. Роман Мурашко. Маргарита Казакова. Владислав Ермилов, Игорь Морев за барабанами, стукнешь. Жанна Мария. И на клавишах у нас была Галя Иванова. Галя, помаши ручкой. Вот Галя, в зале уже.
Поет он приблизительно так. Ну, приблизительно. Вдоль улицы забор, аптека и ларек. Колючие кусты, в них спрятался царек. Кругом хулиганье, бандиты у ларька. Срывает ветер плащ с костлявых плеч царька. Рука на кобуре, и пальцев не разжать. И надо хоть кого, ну хоть черта задержать. Один среди зимы стоит он на посту с сигаркою в зубах, от страха весь поту, с кокардой в голове. С кокардой в голове. С кокардой в голове. Дальше поем вместе. С одной большой кокардой в голове. Голове. Мы готовы спеть. Народ. Но вот они втроем.
и слышу, да и нет. И в армию пошел, и видел этот бред. Я думал много раз, по-доброму и со злом. Но как случилось так, что стал ты брат на том? Ты с каверной головой все вместе. Ай-яй-яй-яй-яй, с каверной головой. Ай-яй-яй-яй-яй, с каверной головой. Ай-яй-яй-яй-яй, со мной большой, как каждый голове, голове. Наша служба и опасная труда, и на первый взгляд, как будто не видна. Я знаю одного, но песенку свою хочу не про него, а про кого? А про козло. Посвящена тем, кто продинамил наш сегодняшний сейшн. Вот. Мало того, что он много потерял, так еще и того. Написал я однажды, стоя на метро Петроградская, целых 15 минут. Получилось классическое произведение. Ну, многие взрослые ее знают, эту песню, а молодежь должна уйти сегодня, получив определенный урок. Правильно? Молодежь! Песня посвящена девушкам-динамщицам. Знаете, такие девушки-динамщицы, которые обещают, а потом... Вот. И поем ее вместе, хорошо? На Петроградке 25 числа с тобой забили стрелку, а ты понял, не пришла. Ты не смогла. Ты не пришла. Ты не пришла, и твоя очередь прошла. Ты не пришла. Ты не пришла. Ты не пришла, и твоя очередь прошла. А я заждался, я ждал целых полчаса. Потом блокнот открыл, а там в блокноте были адреса. Ты не пришла, ты не пришла, ты не пришла, и твоя очередь прошла. Ты не пришла, ты не пришла, ты не пришла, и твоя очередь вот прошла. Вот и
пришла, ты не пришла, ты не пришла, и твоя очередь прошла. Ты не пришла, ты не пришла, и твоя очередь прошла. И ты сказала мне, не раз... любишь меня, нет? Ты что, старуха, очумела? Тебе целых 20 лет, ты не пришла, ты не пришла. Пришла, и твоя очередь прошла, и... Ты не пришла, ты не пришла, ты не пришла, и твоя очередь прошла. Теперь не спрашивай о том, как тебе быть. Ты можешь пить, курить и даже... По-турецки говорить? И как дорогу на хутор ёлки ты нашла. Вот ты пришла, а твоя очередь прошла. А ты пришла, меня нашла. А ты пришла, но твоя очередь прошла. Если ты наш брат под каблуком, ты плечи распрями, нас не позорь. Будь мужиком. Учи слова. Какие? Ты не пришла. Ну-ну. Ты не пришла, и твоя очередь прошла. Ты не пришла. Потому что бывают случаи, что она пришла, а он не пришел. Для этого есть специальный куплет только для девушек. Девушки, запоминайте, записывайте. Мы сначала громко споем, а потом уже как получится. Значит, девушки, запоминайте. Ты не пришел, ты не пришел. Пока ты шел, ко мне другой уже зашел. Сложно? Нет. Ну-ка, сейчас только девушки, только девушки. Ну-ка, девушки. Ты не пришел. Ты не пришел. Пока ты шел, ко мне другой уже зашел. Вот, еще разок. Ты не пришел. Ты не пришел. Пока ты шел, ко мне другой уже зашел. А парни возражают. Ты не пришла. Пока ты шел, ко мне другой уже зашел. Парни, ты не пришла. Молодцы, парни. Ты не пришел, пока ты шел, ко мне другой уже зашел. А теперь только вот ты не пришла. Закусил. Победим бактериев, вирусов и клещей. Да здравствует лето! Ура! Да здравствует хутор ёлки! Да здравствуют палки! Все нормально. Ну и напоследок анонс завтрашнего концерта. Напоследок мы еще раз поем вместе. Нам так понравилось с вами петь.
что мы, пожалуй, жахнем еще Владимира Семеновича Высоцкого. Вы готовы? Хорошая публика. Можно работать. Можно веселиться. Моря, наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. Телами! За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, а теперь мы! Еще не вечер! Вот развернулся боком флагманский фрегат. И левый борт окрасился дымами.
хорошие. Мало. Но в тельняшках. Молодцы, вы так здорово подпевали. Спасибо вам за этот вечер. Спасибо еще раз Диме. Вот он, переоделся. Нет, это на бис. Я думаю, что сейчас мы все-таки растворимся все вместе. Еще раз с Владимиром Семеновичем. Но имя любви. Итак, растворяемся. Братимся, сестримся. И думаем о завтрашнем спектакле. Здесь лапы у ели дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти возможно? Пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу. Во дворец, где играют свирель. Кто-то занял
Оркестр «Зеленой волны», команда «Контроль», Михаил Новицкий, театр Михаила Новицкого, так называемый. Ждем вас завтра на этом же месте, в этот же час. Мы вас успели шибко полюбить, так что без вас завтра, ну, никак. Придете? И еще одно хочу сказать. Мы 23, 24 и 25 июля в Дни памяти Владимира Семеновича Высоцкого затеваем мероприятие, фестиваль памяти Владимира Семеновича Высоцкого. «Лампушка», так называемая. Многие слышали про него. И он состоится в поселке Раздолье на озере Большое Луговое. Запомнили? Ну, завтра мы вам еще напомним это. А пока берите флеера. Дают флеера? Берите. В карманы запихивайте, чтобы вам была память. Все, до завтра!